не меньше, чем у Криштиану Роналду. Но, конечно, о реализации таланта говорить не приходится. Ух ты! Ух ты! Это фантастика! Вы посмотрите, что он сделал, Златан Ибрагимович! Это уникум, понимаете, в условиях плотнейшей итальянской игры забить вот такой мяч. После передачи с фланга, как балерина развернулся, даже, наверное, как в фигурном катании, и пяткой направляет мяч в сетку Златан Ибрагимович. Уникальный гол, просто потрясающий. Массимо Маратти аплодирует. Я тоже поаплодирую, честно говоря. Я уже и не помню, когда я в последний раз такое видел, если вообще видел за то время, что футбол смотрю. Голы пятками, да, приходилось видеть, но вот так, чтобы. Передача Адриано. Да, еще и в девятку попал. Причем, по сути, не было шансов других у Ибрагимовича. Он так играл, чтобы защитника опередить. Прыгал уже, просто прыгал, выныривал из-за спины, летел по направлению к Ибрагимовичу.